будем выдергивать его. Все, все, все. Друзья, привет. Ну, цель этого видео. Товарищ в группе. У нас есть группа «Полный привод 56» в Вайбере. Там мы собираемся на покатушке, ну и вообще обсуждаем всю атмосферу нашей деятельности, так сказать, покатушечную. Один наш согруппник поехал на охоту, открытие охоты, ну и Ниву в чистом поле засадили, был разлив, вот, самостоятельно выехать не может. Попросил помощи, мы вот сейчас выдвигаемся, едем. Ну, машин 5, наверное, будет. Попробуем его освободить с плена грязи. Возможно, вода ушла, возможно, нет, но это надо следить по месту. Как сейчас видели, автомобиль шел со скоростью 120 км в час на 5-й передаче, еду по трассе. Что можно сказать? Знаете, в коробке подшипник первичного вала опять, походу, гудит. Менял по гарантии 2 раза. Сейчас автомобиль не на гарантии. Ну и опять сцепление выжимаешь, перестает. Надо думать. Бесшумные рычаги работают, все нормально. Реально шума никакого нету. Едет как обычно, на 3 самоблоках. Ничего нового нету. Все, едем в грязь спасать нашего товарища. Тихонечку попробуем. Да. Вот. Не доехал. Дастер стал, не доехал до него. До него еще тут 30 метров. Да. Второй мне тоже стало. Во что мы опять признались? Проклятое место, да? Ну что, едем, 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 едем. Че? Не знаю, тут самую мышку. Ну ладно, давай, потом зайдем сейчас. Вот здесь надо травиться, что тут говорить. Только большие обороты, чтобы протекторы прочищались. Пробовал на пониженной. На пониженной обороты меньше и не едет. На повышенной, когда начали двигаться, протектор стал очищаться. Вот, смотрите, протекторы хорошие. На куда он доедет?
такая прям масляная грязь. О, вон, сапоги обули. Между прочим, на летней резине. А давайте посмотрим. Серега у нас молодец. Топчет, топчет. Ну а здесь, смотрите, Chevrolet грязевая резина, травленный. И уже так буксовать не будет. Будет ехать спокойно по грязи. Итак, приехали спасать вот этот вот автомобиль под названием Нива, который сидит плотненько, очень плотненько. Будем выдергивать его назад. Ну, красавчики, красавчики. Ну что, будем пробовать? Так, ну смотрите, хотя на автомобиле стоит грязевая резина, но ребята слово «травиться» пока не знали. Приобрели автомобиль недавно, экспериментировали, ну и получается, что в поле вот так заедешь. Смотри, сколько они выкопали. Все лопатами. Ну сейчас лебедкой потянем, я думаю, все получится. Исудзу тоже травленный. И едет вполне-вполне достойно. Попробуй здесь. Но там уже сухо. Ну что мы решили? Динамический трос, крюк, и у нас будет лебедка. Сейчас будем смотреть, как все это будет происходить. Давай пониженную включай. Так, положили специально утяжелитель, чтобы в случае, если когда-то рвется, чтобы не летело в кабину. Думайте всегда и берегите себя. Ну что, спасение началось. Лебедочку натягиваем. Да, лебедка прям тема классная. А что получилось? Просто сидит на днище. Да, еще вчера ребята, когда пытались самостоятельно выехать, ремни, видите, цепляли ремни для лучшего зацепа. И сейчас оно как бы заблокировалось. Да, переднее колесо заблокировано ремнями. Все, хорош. Все, хорош пока. Глуши. Она и не шла, потому что там намотан ремень, видать, не шла. Колесо левое стоит вообще. Как видели, динамическим тросом очень большая польза. Жесткости нету, он как бы его натягивает и подтаскивает. Ну как резинка работает. Вот динамические тросы. Санек, привет, который вяжет нас в группе, отправляет в регионы. Ссылочку оставлю. Вещь хорошая. Вообще мясо, мясо. Решили пока на Ниве ремни режут с колес. Сереге говорю, а да, покатаемся.
Напомню, Сергей, летняя резина нетравленная стоит. С места тронуться не может. Настолько все. Блин, ну жестко-жестко. Так вот подумаешь. Лишний раз поехать куда-либо. Ничего не предвещало беды, ничего. Вон, посмотрите, поля залиты водой. Как тебя зовут? Меня Рим зовут. Рим. Расскажи, что получилось, как у вас так вот вообще все получилось? В общем, выехали на охоту. С утра было все нормально, как бы проехали, чувствовали то, что, ну, чуть грязь есть, но проехали нормально. Дальше ехали вот туда направо, там уже грязь была поплотнее. Поэтому решили дальше не ехать, решили здесь остановиться, поохотиться. Тут вот озеро такое небольшое, вот, посидели часок, и там есть другое озеро, решили поехать туда. Вот, поехали уже другим путем, потому что знали, что там сильнее будет. Там сильная грязь, поэтому лучше проехать вот здесь, по траве. Начали ехать, просто остановились. Ну, ехали, просто встали, и все. И с 10 часов мы начали копать. То есть потихоньку двигались по чуть-чуть. Применяли вот такие средства, которые в итоге нам как бы злую шутку сыграли. То есть, ну, начинали с того, что просто толкали. Потом подставляли, подкладывали шифер, подкладывали доску. То есть вперед проезжаем, на обратном пути уже, чтобы машина была выше, уже поплотнее подкладывали туда-сюда. Потом наматывали ребни. Два раза нам это помогло, два раза мы метров по 5 проехали. Вот. И самое было, ну, очень плохое, то что нас постоянно вода прибывала. То есть вода была там в самом начале, потихоньку мы выезжали, каждый час вода нас догоняла, просто сверху доплывала до нас. То есть прям. И уже когда мы до этого места добрались, вода была уже сзади нас. То есть мы уже фактически на воду выезжали. То есть прошли сутки, да, примерно? Ну мы до 5 часов, получается, больше 6 часов это все эти занимались, все в грязи здесь скопали. В итоге решили дойти до лопаты, здесь какое-то хозяйство, там заброшенный какой-то человек вообще там сидит, там просто еще эмоций столько, тут вода. В итоге взяли лопаты, копали, пытались скопать мост, пришли 6-7 человек с Донгуза, пришли сюда, помогли, ну, хотели помочь. Вытащить, дернуть руками, и все равно ничего не получилось, да. Ну ясно, ладно, по крайней мере у нас получилось. Да, это очень круто. Да, сейчас мы кое-что подделаем и поедем дальше грязь месить. Все, спасибо, давай. Я думаю, знаешь, Серег, вот так, смотри, в таком случае, наверное, вот это вот надо убирать, где она упирается, ну, да? Да, конечно. Вот здесь подкоп делать, да, там, ну, она, наверное, поедет. А сейчас уже на брюхе практически. Ну и глубина, конечно. Да, уже. Ладно, надо вытаскивать, тут уже других вариантов нету. У ребят есть хорошие хайджеки. Колеса чуть парило. Для чего он служит, вот смотрите. Но нужно всегда дощечку иметь, да, в таком случае? Ну да. Чтобы, конечно, был упор. Сейчас начал, я думаю, достаточно. Ну, уже подлезть хорошо. Можно. Хорошо. Давайте посмотрим. Ремни намотаны с этой стороны. Здесь вот ремни торчат. Это все надо обрезать и вытащить. Ну, ремни помогли по факту. Ну, конечно. Надолго. Покататься. Автомат. А Дастер даже, смотрите, не получилось. Все, пошел. Нет. Не получается пока. Набрал в отсечку. Не помогла осечка. Нет, не пошла.
холостых. Отравлена резина, единица или 0,8 примерно. Самоблоков нету. Лифт. Ну и все. Да, ехал спокойно. Сейчас Серегу дернем. Посмотрим. Потянет. Ну заметьте, как все тут. Опа, опа. Я говорю, он сейчас встанет. Вы что думаете? Да. Вам что, шуточки, что ли? Вот даже, смотрите, две машины. Вот так приедешь и все, застрянешь. Ой, его чуть буксануть? Да, да, да. Пока не буксовал, она ехала. Даже хоть это травленная резина, а все равно замыливается. И с каждым разом машина глубже уходит, потому что земля напитана влагой. Получится у него, нет? Нет, нет, нет. Хотя ползет чуть-чуть. Здесь будет все зависеть от резины. Хотя резина нормальная и травленная. И все равно, к сожалению, автомобиль не едет. Смотрите, все-таки движение есть. На холостых, стараясь не прокручивать лишний раз колеса, аккуратненько, плавненько. Все, получилось, получилось, отлично, отлично. Чтобы нам Duster извлечь из грязи, Isuzu зацепили за Ниву, Ниву у нас за Duster, потому что Шевик не может вытащить. Он сам начинает буксовать. Смотрим, смотрим, как все получится. Так, Isuzu, рывок. Все, 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 пошло, 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 пошло. Дружная команда. Все у нас получилось. Нива, оказывается, вчера доехали они до сюда. И, говорит, целый день, метр, это, говорит, час. И вот они до туда доехали, и там все, сели, утонули. Все, ремни мне срезали, стекло помыли. Посмотрим, работает автомобиль. Поедет, будет двигаться. Тяжело. А там он ремни висят что-то. А у тебя с той стороны ремни висят. А что, они не крутятся, просто не крутится? Не, крутится, но надо убрать, убирай. Что, сейчас мы попробуем, попробуем. Шевик хочет попробовать. На холостом ходу. Смотрите, какая борозда. Тут просто даже стоишь и тонешь. Здесь вот вроде более-менее нормально. Но попробуем Шевик пустить. Давайте посмотрим, попробуем. Грязь даже не отходит от колес. Все начинает вязнуть, смотрите. Напомню, травленная резина. Здесь уже, видите, грязь отмывается с колес. И уже легче.
Ну, нормально, нормально. Исудзу. Но на оборотах идет. Травленная резина. Ой, бля. Ну, молодец. Ух, как, ну смотри. Ты, ну это жестко. Что значит двигатель, да? Это жесть. И запас мощности какой у человека. Колеса и что, все. Ну вот сейчас, смотрите. Посадил сына. Ну, как можете понять, что опыта у человека нету. Газ чувствует нормально. На холостых ползет. Все отлично. Молодцы, молодцы. Итак, наши покатухи закончились. Спасение нашего товарища тоже мы выполнили на отлично. Движемся к нашим автомобилям. Грязи много. Нива, карбюратор, на который утаскивали, что-то на малых работает, на больших не работает. Будем выезжать до асфальта. Вот. Так что всем участникам большое спасибо. Нам домой 50 километров ехать. Мыться, бриться, спать ложиться. Ну и завтра на работу. Все, давайте, всем пока. Отойди отсюда.